Ну давай, иди. Дробаш взял. Ты видишь? Ё-моё! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем хоррор-карту. Сережка, поздоровайся. Приветики, млечки. Если опять кушать, приятного аппетита. Карта называется Брикин. Поехали, Брикин. Англичанин. Карта 21 года, 5 звездочек, все отлично. Надеюсь, вам тоже эта карта понравится. Так, надо что-то нам сделать. Это комната моих родителей, я так понял. Это кладовая, походу, у них. Да-да-да. Кстати, ребята, заставка была вначале, она буквально там пару секунд длилась, что типа родители уехали с дома, и мы остались одни дома. То есть мы дети. Пятно ванны, плесень какая-то, Дима. О, так это уже что-то грязное, что ли. Насрал кто-то на стену. Да, это нормально, короче, это все пойдет. Надо губкой, мне кажется. О, Дима, я губкой могу вытереть. А ну давай, попробуй вытери. О! Да ладно, как ты догадался? Не знаю, просто решил проверить. Лежит губка, а там насрал кто-то. Серега, ну ты молодец, говно чистить умеешь, красавчик. Говно чист. Дима, тут бумажка какая-то. Вот еще грязная. Ванную, почисти кухню, почисти свою комнату. Don't the laundry. Что за don't the laundry? Мы сейчас будем узнавать. Так, Серега, я тут чищу. Чисти, помол. Давай, короче, губку пока здесь положу. Так, на какой-то хоррор не похоже, но похоже на какой-то этот симулятор чистки говна. Так, стиралку надо повключать. А надо вещи, наверное, сложить и постирать на вещи. Да, вещи, вот. Так, а как их взять? Может, не эти вещи, может, какие-то по комнате разбросаны? Давай будем искать. А, я видел, там на втором этаже свитер валялся у нас в комнате. На полу. Да, проверим, можно его взять или нет. Ой, я радио включил. Как тебе радио? Тут нормально музычка играет. О, да, я прав, вещи вот тут на полу валяются. Футболки. Да, три футболки, штаны. Так, теперь мы можем смело пойти их разрядить в стиралку. Странный хоррор. Давай, я... Так, а куда? Так, не сюда. Значит, еще надо собрать. Или давай надо еще по комнатам, надо по комнатам поискать. Хорошо, давай ищем дальше. Тут закрыто. Так, ничего. Ну, квартирка прикольная, мне нравится. Все по красоте. Иди, на все интерактивненько, все работает. Дверь не закрыта. Так, здесь ничего. Холодильники, что у нас тут? Чё, нельзя? 9.32, полный. Проверяем. Вот еще пятно. Есть, я его вымыл. Вот еще. Так. Посуду. Может, вот надо посуду посложить? Вот это посудомойка, я так понимаю. Или нет? Блин, ну прикольно сделано, сейчас догадаюсь, ребят. Ну, мы же всегда проходим все карты. Это одна из карт, которые мы должны пройти. Любым способом. Так, здесь мы были везде. Здесь у нас 5 нету. На улице выйти мы не можем. Симулятор домохозяйки. Так, да, какой-то странный хоррор, ребята. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Кухня. Туалет мыть не надо. А там машина какая-то приехала и уехала, Дима, с улицы. А я слышал шум машины. Она взяла, приехала, уехала. Видимо, сюда посуду надо запихать. Ты думаешь? Послаживать типа надо, да? А может надо губкой помыть посуду? Не, вряд ли. Это вот стиральная машина, кажется. А, да, посудомойка. Да. Отлично, Серега, мы с тобой профессионалы. Посуду моем. О, кто-то побежал! Кто там? Кто-то в квартиру забежал к нам. Ты слышал? В коридор. О, вон!
Видел? Да! Ребята, вокруг дома кто-то бегает. Вот тут, вот тут, вот тут он сейчас будет. Выглядывай, выглядывай его. Блин, твоя тень не испугался. Отвечаю, твоя тень не испугался. Может, давай попробую это, телек включить. О, успокоимся, давай как-то. Так, подожди, подожди, подожди. Кто это бегал? А что нам дальше делать надо? Давай в полицию позвоним. А я вот нажимал, ничего не происходит. Все, телефон не работает. Я как догадывался, что этот челик реально будет нас тут преследовать какой-то. Так. Так, тут закрыто. Радио. Блин, стрёмно. Так, мы почистили, осталось только одежду постирать. А где эта одежда? Clear your room. А, одежду? Я ее собрал, все, может ее как-то надо, не знаю, как ее сложить. А, вот, добавилась одежда. Прям как? Слой одежды добавился. Да, давай, включай. А, значит, надо полную, наверное, заполнить. А, надо все, короче, на вот эти штуки обойти и собрать. А, во, я взял это. Я видел. Во, я тоже взял. Во, бери. Ложи. Во, все. Серега, заработала. О, мое, неужели додумались? Ну, блин, ну вы профессионалы же. Так, что дальше надо, Серега? Давай посмотрим в окна. О, машина, Дима, машина в кухне. Отлично, приехали родственники наши. Так, давай мне смотри, что будет. На Тесле катаются, нифига себе. Кибертрак какой-то. Кибертрак. Давай тормози, ты чё? Стой. Буксует прям. А представь, сейчас тот челик придет и замочит их. Ну-ка, я с другой стороны. А ну идем. Вот входная дверь. О, зашел кто-то, слышал? А, я застрял. Кто-то зашел. Я слышу. Кто-то ходит по квартире. Слышишь? Слышу. Кто это? Свет. Отключился свет. Ребята, начинается хоррор, самое интересное. Блин, это очень крутая карта. Дима, давайте, ребята, все закрылись. 3000 лайков, и мы записываем сразу следующий хоррор. Мне кажется, что света нет? Идем в шкаф залезем. Наверх? Да, я знаю, то шкаф по-любому сделан для того, чтобы мы заврятались. Вон тут где-то. О! Разбито, слышал что-то? Вон, идет, Дима, беги. В шкаф. Я в шкафу. Дай мне. Пусти. Заходи. Там все, сидим. Музыка, слышишь, стрёмная играет? Да. И что, нам сидеть тут? Ты не пугай меня, я думал, то он открыл нас. Я открыл шкаф на всякий случай. Так, еще вот это, может, нам эти вещи собрать? Нет, ничего. Дима, он внизу. Он бегает там? Да. А как он выглядит? О, я его вижу. Кажется, надо просто от него, может, прятаться как-то, вот в шкафу просидеть. Он нас не должен найти? Возможно, ты прав, Дима. Так что давай сейчас я ванну уберу по-быстрому. Давай, я начинаю заряжать вещи. Все, я самое простое сделаю, теперь надо посуду помыть. Я пойду посуду закину. Давай, я заряжаю посудомойку. Стремноватая, конечно, штуковина. Блин, я испугался, если честно, эта хрень. Ты что, оно громко было? Так, посудомойка уже работает. Ой, вещи стираются. Так, я посуду. Так, телевизор включить мы не можем. Полицию звонить мы пока не будем. А, там на полу же, Серега, вещи в нашей комнате, на втором этаже буду вещи собирать. Опять это черный человек. Вот он побежал к двери. Дима, он у двери стоит. Это жесть, я его боюсь. Вот сейчас он отсюда побежит, с коридора. А сфига ли он нас трогает? Не знаю, страшный какой-то. Блин, да эта карта такая, блин, я ее чуть боюсь, эта карта. Блин, редко хоррор боюсь, это прям жирно. Не зря 5 звездочек поставили. Так, подождите, тут все у нас. А еще вот эти штуки надо взять же. Так, тут что-то в шкафу, еще тоже надо внизу вроде. Не, вот тут внизу таблетка вроде должна лежать, да, тоже ее взять. Все мы убрали. Так.
Тут мы были, тут мы были. Губкой ты везде поубирал пятна там? Да. Ты какой молодец, я отнес ее сразу назад. У меня аж игра вылетела. Так, ты не все сложил, Серега, пропустил еще. Ну давай, иди. Дробаш взял. Ты видишь? Ё-моё! Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.